Что такое математическое компьютерное моделирование? Это универсальная специальность на стыке математики и программирования. Математика, как вам известно, делится на две основные части – теоретическую, где мы делаем фундаментальные научные открытия, и практическую, где теория используется для описания различных процессов из реальной жизни и формирования дальнейшего прогноза. Что, к примеру, можно спрогнозировать с помощью МКМ? Будет ли завтра дождь? Взлетит ли только что построенный Боинг? Занесет ли машину в повороте на скорости 200 км в час? Упадет ли здание при сильном землетрясении или ветре? Сработает ли новая вакцина? Долетит ли корабль до Марса? Вымрет ли исчезающий вид? На все эти вопросы и не только дает ответы МКМ. Получив образование МКМ, вы сможете посвятить свою деятельность моделированию любых процессов, протекающих в нашей Вселенной. Будь то физические или химические явления, биоинженерия, общественно-социальные или экономические аспекты жизнедеятельности. Устанавливая свое сотрудничество с научно-образовательным центром математики и кибернетики КБТУ, вы становитесь членами международного научного сообщества. Профессорско-преподавательский состав нашего факультета – это симбиоз именитых профессоров и молодого коллектива, полного творческого потенциала и новых идей. Наша образовательная программа адаптируется в режиме реального времени к новым вызовам современности. Получить у себя в штате специалиста МКМ – это глубокое желание каждого работодателя. Как известно, математический склад ума будет цениться при устройстве на любую работу. Являетесь ли вы исследователем, научным сотрудником, разработчиком ведущих проектов или управляющим компанией? Нет области человеческой деятельности, где навыки специалиста МКМ не окажутся драгоценными.